Нет. Наверное, да. Почему нет? То не совсем. Я редко нужен деворат. Ну, точно, 100% нет. Зачем они будут врать? Это их будет компрометировать? Нет, конечно. Почему? Потому что они только обманывают и все. Больше никаких надежд на них. Обманывают. У них больше их доходов, чем они декларируют, на мой взгляд. Не то, что на мой взгляд, а многие так думают. Ну, например, у меня есть доказательства личные к некоторым представителям власти, которые скрывают очень большие доходы от наших фискальных органов. Никто никогда не представит достоверную декларацию. Вы поймите, на такую маленькую страну, 100, сколько у нас, 191 миллионер, это нереальная сумма. Если они декларируют, что один дом, то оказывается у них два дома или три шикарных, там не знаю, что там. Народ так настолько обнищал, я вот смотрю просто не только по себе, а по своим соседям, по этим пенсионерам. Вон у меня пенсионерка, она вообще сидит на хлебе и воде одна, знакомая, чтобы оплатить квартиру, и она не может. И сейчас ей еще звонят и угрожают, что судебные приставы опишут у нее все, понимаете? Несмотря на то, что они, может быть, работают с такими доходами 5-10 лет, невозможно построить такие дома и иметь такие машины. И дети, и они, и жены, и все. Я не в курсе дела, девушка. Я не смотрела телевизоры, потому что мне болит голова от дураков.